большом футболе. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Погода сегодня не балует, и если так пойдет дальше, командам придется лодки выдавать. Ну, нам повезло с Георгием, потому что над нами такой специальный навес, который закрывает нас от непогоды. Так что без озвучки этого матча вы не останетесь. Здравствуйте, друзья! Дибала великолеп. Игуаин, забивай! Нет, не попал, а мог бы выводить команду вперед уже на первых минутах встречи. Все возможности для этого были. Жаль, не хватило точности. Посмотрим на состав Лацио. Центр поля получился крайне насыщен. Это позволит команде развивать атаки в разных направлениях. Посмотрим на состав Ювентуса. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Душан Баста. Сергей Миленкович Савич. Марко Пароло. Филиппе Андерсон! Спешно пришлось расставаться с мячом под прессингом. Соперник вбрасывает аут. Есть вариант развития атаки. Сергей Миленкович Савич. Удар. Спасает ворота Джан-Луиджи Буффон. Угловой разыгрывают футболисты Лацио. Гонсало Игуаин. Пауло Дибал. Это может быть опасная атака. Бальде Диао Кита. Филиппе Андерсон. Чиро Иммобиле. Пас в штрафную. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Филиппе Андерсон. Пока неплохо. Сыграно-то точно. А вот стоило ли? Парол. Лукако. Этот удар. Какой сейв в исполнении Буффона. От углового флажка мяч будет введен в игру футболистами Лацио. А это не пенальти. Здесь мяч можно брать руками, потому что это аут. И футболисты Ювентуса введут мяч в игру. Хедир. Бальде Диао Кита. Может получиться интересная атака. Лихштайн. Пауло Дибала. Филиппе Андерсон. Душан Баста. Пауло Дибала. Арбитр назначает штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Дуглас Коста. Филиппе Андерсон. Отличный отбор. Но мяч-то кому достанется? Янич. Перехвачен этот пас. И довольно своевременно. Филиппе Кайсер. Филиппе Андерсон. Это может быть опасно. Нужно забивать и выходить вперед. И гол он забивает. Выводит команду вперед. Наконец-то они все-таки смогли забить мяч и воплотить свое преимущество в гол. Вратарь среагировал и почти отбил. Почти. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Бенатья. Гонсало Игуаин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Филиппе Андерсон. Две минуты добавлено к основному времени тайма. Миролем Пьянич. Манджукич. Гонсало Игуаин.
Гонсало Игуаин. Невероятное спасение. Мяч уходит на угловой. Ну, может, со стандарта сравнять получится. Навешивает от... Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Игуаин. Еще чуть-чуть, и был бы гол.